Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Раз, два, три, поддерживаем тебя, четыре. Физподготовка прямо на сцене. Юные спортсмены без труда подтягиваются на перекладине. Зарядка, пробежка, постоянные тренировки, говорят, необходимы, если хочешь держать себя в форме. Ребята из 29-й школы, соперники только на ринге. В жизни юные тэквондисты – лучшие друзья. Мы всегда друг друга поддерживаем. И принимаем все решения, все команды. Стараемся никогда не драться. Эстафету здорового образа жизни молодому поколению передают ветераны спорта. Им в этот день символично вручили значки ГТО советского образца. Лыжник с 40-летним стажем Владимир Татарников рассказывает, до сих пор не мыслит жизни без движения. Хочется лететь. Прекрасно себя чувствую, когда на лыжах. Пройти, подышать свежим воздухом, полюбоваться на природу, отдохнуть. Чествование юных олимпийцев в регионе проходит уже в 20-й раз. Самарская область по количеству медалей каждый год попадает в пятерку лучших в стране. Быть ловкими и сильными ребят мотивирует и возрожденный комплекс ГТО. За 3 года нормативы сдали 50 тысяч школьников. Теперь готовность к труду и обороне будет учитываться при поступлении в вузы. Ведущие вузы Самарской области Российской Федерации создают определенного рода преференции для тех, кто получает золотой или серебряный значок ГТО. Каждое высшее учебное заведение решает, сколько именно баллов добавляется к общей сумме результатов по единому государственному экзамену. Юные спортсмены обещают, в следующем году снова принесут награды в копилку Самарской области. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.